Здравствуйте, я Сергей Мистренков, эксперт по испытаниям региона «Центр». Нахожусь на локации полевой город Орел, на участке озимой пшеницы, сорта «Скипетр». Срок сева 12 сентября 2020 года, с нормой высева 5,5 миллионов на гектар. Здесь я хотел бы вам показать, как работает наш рост-регулятор «Модус» при применении в разные фазы. Здесь у нас, сейчас мы смотрим на контроле, у нас буквально достигли растения метровой высоты, растения озимой пшеницы. Вот. И хотел бы показать вам пример, где был применен модус два срока. Срок начала выхода в трубку и начала выхода флаг-листа по 0,2 литра на гектар. Получился очень интересный эффект, и растение здесь буквально на 25 сантиметров ниже, чем на контроле. Спасибо за внимание.